Сроки призыва в ряды вооруженных сил не изменились, но в регламент проведения весенней кампании внесли дополнение. Она проходит на фоне пандемии коронавируса. Именно поэтому отправка новобранцев начнется только с 20 мая. А в призывных комиссиях начинают действовать повышенные меры безопасности. Мы провели ряд подготовительных мероприятий. Большую помощь оказало руководство городского округа, глава округа Андрей Робертович Иванов, председатель Совета депутатов Татьяна Викторовна Одинцова, я очень благодарен тоже. И помогла нам моя коллега, депутат Одинцовского, Совета депутатов Одинцовского городского округа, директор первой школы Романовская Оксана Владимировна. Я ей особо благодарен за то, что она мне выделила определенные инструментарии для того, чтобы мы могли проверять дистанционную термометрию призывников, проводить. Выделила нам на время призыва рециркулятор воздуха, обеззараживатель Дизар-7, который практически почти на 100% уничтожает вирусы, микробы и так далее. И призывники будут, в принципе, находиться в большей безопасности. Комиссия начнет работу с 13 апреля. Потоки призывников также будут разделены. Более того, на всех пунктах прохождения комиссии уделят повышенное внимание к состоянию здоровья молодых людей. Самое главное на сегодня – это здоровье граждан Российской Федерации, здоровье этих молодых ребят, вот, и здоровье тех коллективов, тех военнослужащих, которые служат, и упаси Господь, если к ним прибудет инфицированный молодой солдат. Это мы допустить не можем, безусловно. В нашем округе будут призваны на службу около 300 новобранцев. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».